20 июня, в гнезде ястреба-перепелятника номер 3, совсем недавно появилось потомство, 2 птенчика. Первая кладка у этих птиц погибла, и самка делала вторую кладку, поэтому так поздно. Интересно то, что взрослые птицы не слышно, не видно. Наверное, она незаметно отлетела. О, такое поведение, конечно, не свойственно ястребам-перепелятникам. Они обычно очень агрессивные. Вот такие вот мальцы. Вот птенчик. Совсем маленькие. Таких еще не видел. Ну, дай бог. Пусть подрастают. Будем следить за развитием событий. Вот такие вот дела.